Дорогие друзья и коллеги, уже больше 10 лет компания «Дон» активно сотрудничает с компанией «Арго». Мы высоко ценим ваш труд и стараемся оправдать вашу любовь выпуском все новых качественных продуктов. Уже больше 3 лет компания «Дон» выпускает эксклюзивно для компании «Арго» бытовой озонатор «Гроза», который зарекомендовал себя как надежный, простой в обращении и очень эффективный прибор. Десятки и сотни людей, использующих «Грозу» ежедневно, пишут о том, как озонатор помог сделать дом чище, как помог победить респираторные и аллергические заболевания, как при помощи озона отстирались трудные пятна на любимой одежде и так далее, и так далее. Окрыленные этим успехом, мы, компания «Дон», хотим еще раз наглядно продемонстрировать вам, друзья, его возможности. Озонирование холодильника. Это рекламный ролик одной очень известной на рынке бытовой техники компании. В серийное производство запущена линия холодильников, оснащенных встроенным озонатором. Красочная картинка говорит о том, что продукты сохраняются дольше, предотвращается смешивание запахов продуктов, а неприятные запахи просто устраняются. Все это показывает, насколько такие холодильники лучше тех, которые не оснащены озонатором. Мы совершенно согласны с производителем холодильников. Мы считаем, что озон действительно поможет безопасно сохранять ваши продукты свежими долгое время. Но обязательно ли для этого покупать новый холодильник, цена которого существенно выше, чем такого же, но без функции озонирования? А если ваш холодильник вас полностью устраивает и эксклюзивно вписывается в интерьер вашей кухни? Во всех этих случаях бытовой озонатор «Гроза» – это прибор, который позволит вам улучшить экологию вашего холодильника легко и быстро. Дезинфекция продуктов питания. Сейчас хотелось бы продемонстрировать вам, что происходит с продуктами, в частности с мясными продуктами, когда мы их обрабатываем озоном. Наверное, ни для кого не секрет, что даже приобретая мясо на рынке, вы не всегда можете быть уверены в том, какими кормами кормили животное, от чего его лечили. Мы на самом деле приобрели в обычном магазине говядину, свинину. И сейчас я вам хочу продемонстрировать, что будет происходить с этими продуктами, когда мы будем его озонировать. Соответственно, для этого мы берем свежую охлажденную говядину и нарезаем ее небольшими кусочками. Мясо у нас готово. Заливаем его водой. Вот начинается процесс появления пены. Прошло на самом деле всего 20 секунд. Во время озонирования мяса на поверхности воды мы наблюдаем сероватую пленку плотной консистенции, которая легко убирается. Подумайте сами, нужна ли вам эта органика в желудочно-кишечном тракте. Все то же самое сейчас проделаем со свининой. Мы наблюдаем, как у нас образовалась та же сероватая органическая пленка, которую мы вот так легко можем собрать на стеклянную палочку и продемонстрировать вам то, что она имеет органическое происхождение. Мы показали вам работу озонатора на примере говядины и свинины. Дома в домашних условиях вы можете проверить любое мясо. Я думаю, что результат вы получите идентичный. И в заключение еще один небольшой нюанс. После того, как прозонировали мясо, возьмите его и понюхайте. И сравните его с запахом того мяса, которое не было озонировано. Я думаю, что вы будете удивлены. Вы все прекрасно знаете, насколько полезно включать в свой пищевой рацион рыбу и морепродукты. Но многие не могут сделать это, потому что не переносят запах рыбы. Расскажите им о «Грозе». Озонатор устранит специфический запах и позволит им расширить рацион питания. Абсолютно никакого запаха. За то время, которое вы находитесь дома, вы пропускаете через свои легкие около 5 кубометров воздуха. Если учесть, что подчас 1 кубический сантиметр воздуха содержит до 10 тысяч различного рода частиц, пыль, бактерии, вирусы, грибы,
биологические примеси, дым и другие вещества, то цифра становится пугающей. Если у вас домашние животные, если вы живете недалеко от промышленных предприятий, если в вашей квартире кто-то курит, вы в зоне риска. Озон, который вырабатывает гроза, быстро и эффективно уничтожит бактерии, грибы и вирусы, разрушит большинство органических веществ, загрязняющих воздух, сделает воздух в вашей квартире чистым и свежим, как после грозы.